А у нас в гостях лидер партии «Довольная Россия» Анатолий Кротнев. Здрасте. Анатолий, скажите, ваша партия называется «Довольная Россия». Неужели вы действительно довольны всем тем, что происходит у нас в стране? Абсолютно, конечно. А чем быть недовольным? Значит, Олимпиада у нас, чемпионат по футболу у нас, ископаемых куча целая. Все хорошо, все довольны. «Довольная Россия». Ух ты. Очень хорошо. Но если бы у нас было так хорошо, то туристы бы, иностранцы бы ехали в Москву. А что, не едут? Вон, посмотрите, иностранцев полны улицы, дворы, кругом одни иностранцы. Очень хорошо. Ух ты, здорово. Нет, я не об этих иностранцах. А недавно были названы три основные причины, почему туристы не едут к нам в Москву. Европейские, что ли, эти вы? Да. Ну и чего? Это неразвитая инфраструктура, криминал. И недостаточно гостиниц. Ну так хорошо, что они едут. Вы подумайте. Значит, если бы они приехали, их бы сначала ограбили. Раз. Им было бы негде жить. Два. И пришлось бы развивать инфраструктуру. А зачем она нам нужна? Ух ты. Все хорошо. Довольная Россия. И... Да как же хорошо. Москва занимает, вот смотрите, третье место по уровню преступности в мире. Третье место. Мы в медалях. Ха-ха-ха. Я не знал. Отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Мне сейчас стало интересно, а сколько голосов вам удалось набрать на предыдущих выборах? 300. А сколько человек вашей партии? 800. Вот так. То есть 500 человек из вашей партии проголосовали не за вас? Да, потому что у нас в нашей партии настоящая народная демократия. У нас демократия, а не у этих, вы понимаете, у лимоновцев. Наши основные конкуренты. Вот так вот. Я уже боюсь спросить, а может быть у вашей партии есть какая-нибудь предвыборная программа? Есть. Вы удивитесь, но она в стихах. Ну, почему же не удивлюсь, пожалуйста. Вот. Все только кричат, на страну смотреть больно, а мы не такие, мы всем довольны. Вот. Меньше детей в стране стало рождаться, а мы довольны, есть чем заняться. Вот. Нет в регионах условий цивильных, мы снова довольны, в России стабильно. Свет и тепло не дают на Ямале, а мы довольны, мы не на Ямале. Вот. И так все прекрасно, не нужно законов, мы всем довольны, пусть трепещет, понятно, лимонов. Ух, хорошо, я сейчас пойду. Скажу. Да, счастливо!